Паша забил с передачи Зорина. Сколько уже лет вашей связки? Сколько вместе играете? Пожалуйста. Академии, ну, лет, наверное, 7. Не знаю точно. Ну, мы давно в Академии дружим, каждый день общаемся, и как бы это очень здорово. Как в сказке, знаете, как бы 5 месяцев назад я там в Академии и в молодежке с ним играл, и он мне отдавал передачи, а сейчас он мне дает в лиге. В нашей лиге отдает. Я прям видел, что он когда тебя отдал, и ждет, ты забиваешь, и он прям сразу очень был рад за тебя. Да. То, что передачу отдал именно на Милешину, добавил эмоции. Как он, да, нам рассказал, вы друзья? Ну, конечно, друзья. Там год назад в UFL друг на друга голевые отдавали, а теперь на большом стадионе. Это, ну, незабываемо говорю.